Ситуация в Греции. Малый и средний бизнес борется за сохранение позиций. На фоне финансового кризиса выручка предпринимателей сократилась в первой половине этого года на 34,5%. Более 68 тысяч предприятий были вынуждены остановиться из-за долгов. Аналитики предупреждают, что 67 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса могут полностью обанкротиться к концу года. Согласно опросам, руководство 6 из каждых 10 предприятий думает об увольнении сотрудников в ближайшие месяцы. Уровень безработицы в Греции превысил в мае 23%. Большая часть греков лишилась медицинских страховок и не имеет доступа к национальной системе здравоохранения. Между тем, в Афинах намерены сократить 150 тысяч рабочих мест в государственном секторе к 2015 году, чтобы сократить бюджетные расходы. Мы обязаны работать для того, чтобы деньги были собраны для погашения долга, а не просто для того, чтобы их заработать и потратить.